Добрый день всем! Сегодня 31 декабря, и в нашем лотосе нас встречает елочка, наряженная игрушками, мишурой. Чарлик больше всего радуется снегу, только это не снег, а наст. Очень скользко, идти-то очень скользко. Все как запланировала. Пораньше приехала. Банька топится уже. Дом топится. Ой, как мне нравится, когда приезжаешь зимой. И этот запах дыма. И этот запах сосны. Это такой просто волшебный запах. Осталось только самовар затопить. Нет, но сегодня не будем топить самовар. Ну, еще раз. Добрый день, мои хорошие. Все, я на даче. 31 декабря. Снега нет практически. Так, чуть-чуть поземка здесь. Сейчас еще пробегусь. Может быть, что-то еще найду цветущее. Говорят же, что у кого-то там взошли тюльпаны, взошел чеснок или лук. Я посмотрю сейчас. Какие еще дела сегодня меня ждут? Мужа жду. Саша должен приехать часа через 4. Все, уже теплый дом, теплая банька. Попаримся. Попаримся, конечно. Чарлик там ищет лягушек. Сейчас венички замочу, воды натаскаю. Нет, в удовольствии, правда. Я же всегда говорю, что мне всегда все это в удовольствии. Воды натаскать, натопить все. Я вот думаю, попилить сегодня дрова или не попилить. Ну вот у меня сейчас такой вот, знаете, внутренний подъем. Снега нету, поэтому все дрова лежат еще такие сухие. А что, возьму и попилю все. Готовлю суп, готовлю жульен перед рестораном. Ну, в ресторан-то когда еще? К 11, наверное, поедем. А сейчас только время-то 10 часов утра. Когда я его выложу на канал, будет уже новый 2020 год. Поэтому не удивляйтесь, видео будет точно с опозданием. Тишина. И сегодня даже не очень шумно каширка. Сегодня на ней очень шумно и удивительно. Овсяница моя. Так, уходи, хвост. Пора, наверное, все-таки все равно одевать валенки. Потому что я вот в таких вот ботиночках приехала, спортивных. Но чувствую, что нужно одеваться теплее все равно на даче. А здесь у меня полыхает осень. В разгаре осень. Ну, сейчас я буду готовить этот маленький столик для новогодних композиций.
Банька готова. Сейчас попаримся. Часа 3-4. Выйду босичком на снег. Ну, снег — это очень громко сказано. Но уже соскучились мои ножки по снегу. Поброжу, похожу по дорожкам. Отдохнем. Проводим старый Новый год. И поедем с Сашей в ресторан. Саша сказал, что приходил Дед Мороз, пока я парилась, допаривалась в бане. Ох, какой огромнейший подарок. Так, что написано-то у нас? Любочке. Представляете себе, какой огромнейший подарок. Так, а с этой стороны что? Любимой. Любимый. Огромнейший подарок. И правда, под елочкой. Классно. Нет, я точно его не отвяжу. Пойду звать. Иди сюда, Саша. Только одевайся. Саша, одевайся, пожалуйста. Я его точно не отвяжу, такой здоровенный подарок. Как ты его привязал-то, господи? У нас она такая хиленькая. Хиленький можжевельник. А выдержал? Ура! Ничего себе! Вот это я понимаю. Вот это я понимаю, Дед Мороз подарок. Принес. В общем, хвалюсь. Неожиданный подарок. Правда, неожиданный. Саша подарил мне... Или Дед Мороз подарил мне. Я нашла подарок на елке, на моем можжевельнике. Как бы это ни казалось смешно, на можжевельнике. Хлебопечку. Саша сказал, что мы будем на даче печь хлеб. Мы здесь надолго, наверное, задержимся. И поэтому с удовольствием вместе с Сашей буду печь хлеб. Новогоднее настроение. Вы представляете? А мы прочитали в инструкции, что можно добавлять вместо молока любой сок. И тогда хлеб будет еще более ароматным. Классический хлеб, цельнозерновой, быстрая выпечка, тесто. Вот так все это выглядит. Суперско, суперско! Я такая счастливая! Что может быть лучшего? На даче печь вместе хлеб. Смотрите, какой закат. Последний закат в этом году. Просто необыкновенно красивый. Просто волшебный. Я в предвкушении этой чудесной ночи. Мне такое ощущение, что эта ночь изменит все. А у вас такое есть ощущение?
Пьем или не пьем? Пьем. Стреляем? Стреляем? Ну, давай будем стрелять. Так, у них там конкурсы. Сейчас я выпью и тоже поучаствую в конкурсах. Так, раз, два. Ау! Тоже там накладываешь. Наливай.
с Новым годом! С Новым годом! Спасибо! Так, Михнева, ресторан «Амбассадор». Куда нас только с тобой, Саш, не заносит. Занесло даже в Михнево. Но у нас рядом дом. Рядом дом у нас с тобой был, когда мы в Кураге отмечали.